Кузнецов на вбрасывание. Прошлый раз выиграл, Женя, и в этот раз выиграл. А вот выбросить шайбу из зоны не получается. Брудин подставлен на клюшку, и шведы сравнивают счет. Шведы сравнивают счет. Был у нас шанс забить четвертую. И сейчас не смогли выбросить шайбу из зоны. По-моему, Макс Фриберг подставлял клюшку на дальний наброс защитника за 40 секунд до окончания третьего периода. Да, седьмую шайбу свою забил. Очень трудно она была, конечно, трудна для вратаря, потому что был именно наброс, именно на подставленную клюшку. И, конечно, Василевскому тут винить не приходится. Жалко, жалко, дотерпеть 40 секунд осталось. Играли ведь, все-таки в обороне играли без грубых ошибок, что шведы создали, создали сами. Но шведы хороши, согласитесь, а? Гнули и гнули, гнули и гнули, гнули и...